Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой». Профессионал на рынке металлопластиковых окон. Прогуливаясь по нашему городу, иногда замечаешь совершенно несуразные вещи. Как, например, вот эта вот висящая над дорогой электрогирлянда. Судя по всему, гирлянда уже не работает, потому что видны торчащие оголенные провода. Или прицепить ледом, или убрать. Учитывая, что гирлянда находится в таком плачевном состоянии, и поблизости других таких нет, то, скорее всего, мелочь эту необходимо просто снять. Есть такая русская поговорка: обещанного 3 года ждут. Так вот, буквально в июне месяце на этом месте проводились ремонтные работы. Водоканал раскапывал дорогу, чтобы поменять трубы. Тогда они пообещали залатать эту дыру новым асфальтом. Но лето подходит к концу, а ВОЗ, как мы видим, и ныне там. Надо ее социализировать, то она будет больше. Асфальт в этом месте от постоянного воздействия колес очень быстро придет в негодность. Он будет выламываться, поэтому мелочь эту необходимо заасфальтировать. Эта свалка, о которой сейчас хочу рассказать, примечательна тем, что находится она нигде бы ни была, а прямо на улице Ленина. Мы с вами находимся сейчас недалеко от машзавода. При беглом осмотре этих куч мусора становится понятно, что все это из гаражных кооперативов, отходы из погребов и старые автозапчасти. Конечно, плохо, что-то. Тут еще тем более, ну ладно, сейчас кабель поверху идет, а то раньше кабель-то был внизу, так тут еще море было, воды. Так там туда сталкивали как-то по один раз, и все. Но все равно надо убирать. Конечно. Я вот, например, я на машине, так я что, в мешке все сложу, так я увожу. Действительно, что сложного в том, чтобы погрузить весь этот мусор и вывести его на свалку? Мелочь это просто-напросто свинская. Рекламный партнер рубрики «Мелочи жизни» – производственная компания «Фабрика Нагорный». Натяжные потолки от 300 рублей. Телефон 236-36.